На Куртинской подмосковной трассе мужская велосипедная гонка с общим стартом. Дистанция 186 километров. Победу оспаривают лучшие гонщики страны. Борьба очень острая. И неудивительно, ведь тот, кто первым пересечет линию финиша, станет чемпионом Советского Союза и получит путевку на Олимпиаду в Токио. Последний круг. Рывок. И впереди всех эстонец Вярова. У него на счету немало побед. Но чемпионом Советского Союза в шоссейной гонке Анс Вярова стал впервые.